Дел немножечко обошлось. Планка устояла. Джоэль Баден из Австралии. Какое у него личное достижение? Это вот очень хорошо бы сравнить его возможности. Посмотрим. Джоэл Баден, 2.23 у него в этом сезоне, 2.29. Значит, в этом сезоне он уже прыгает выше того, что прыгал. Ну, прыгает хорошо, уверенно. Вот, и сам доволен. Ну, опять же, в этом сезоне, ну, у себя, наверное, там на уровне Океании он там, да, конечно, что-то напрыгал, но вряд ли это. Вряд ли это большая конкуренция была там какая-то. Так, 2.26 Джоэла Бадена. Лучший результат в сезоне.